Всем привет из Алании, друзья. Где-то без 5-8 уже время. Мы на пляже Клеопатра, но можно сказать пляж Дамлаташ, потому что вот он слева Дамлаташ. Волны по сравнению со всеми днями до этого, можно сказать, что их почти нет, они маленькие совсем. То есть сегодня люди уже могли наслаждаться, купаться. Сегодня было очень жарко, просто очень, друзья. Сегодня на солнце было, может быть, и 50, если вот так положить градусник. В тени было до 32. В тени. Вот. Поэтому сейчас даже 8 часов, пляжи довольно-таки немало людей даже в это время, потому что люди отдыхали под солнцем, а теперь люди хотят отдохнуть от солнца, отдохнуть без солнца. Поэтому те, кто не привязан к отелю, они до сих пор еще на пляжах, и они до сих пор еще купаются. Немножко пройдусь. Реджеп, балдеет, здесь Марабар, Реджеп. Ой, мальчик, главное, не убей меня этой бутылкой, она довольно тяжелая. Ну, водоросли никто не убрал со вчерашнего дня. Почему, вопрос не ко мне, как всегда. Песик отдыхает. Так, даем посмотреть. Здесь в основном турецкие граждане купаются. Там тоже, кстати. Да, и на пляже сейчас, в принципе, в основном граждане турецкие. Наши уже все поубежали, даже те, кому на ужин, и те, кому не надо. На ужин все равно уже все разбежались. Ну, такие вот волночки, то есть комфортные, нормальные, можно купаться. Солнышко уже за горой, там уже закат, я вам не успел показать. Сейчас градусов, ну, 27, не больше, комфортно. Очень комфортно, очень классно гулять сейчас. Не жарко. Вода, я думаю, 27, не меньше. Насчет больше не знаю. 27 точно она есть, конечно. Море хочет подойти ко мне. Даем насладиться купающимися. Мира добраться. Ну, теплого моря. Кто хочет еще чуть теплее, как я, давайте будем желать, чтобы оно было еще теплее, как можно скорее. Все, пока, привет из Алании. Вот волна идет, все-таки. Волна. И там еще две. Почти ко мне они дошли.